17 серия. Москва. Кемерово. Ну, ночь прошла спокойно. Ночью пошел дождь, как и предполагал. Хорошо, что остановился на ночевку на привал. До Новосибирска недалеко, порядка, наверное, 80 километров. Может быть, чуть больше. Значит, вполне нормально можно отдохнуть, никто не мешает, никто не беспокоит. Охранник сам подошел к автомобилю. Цена 50 рублей. Буфетом не пользовался. В гостинице, правда, было прохладно, но я ночевал в автомобиле. Ну, в общем, если будете двигаться и возникнет вопрос, где остановиться, можете можете принять эти координаты и вполне комфортно проведете ночь. Так. Будет еще одна серия, завершающая. Так, сообщения, которые поступили к этому часу. Пользователь Максаб добавил комментарий. Через Ярославль свободнее движение, через Владимир толкотня. Интересно, какой трафик будет через Рязань? Что-то среднее, наверное. Да, я тоже так думаю. Самый быстрый путь – это через Ярославль, Пермь, Киров. Вот это направление. Впереди мобильный пост ОПС. Ограничение 70. Так. Вот этот участок тоже от Чулыма до Новосибирска. Имейте в виду, что идет видео и фотофиксация скоростного режима, чтобы не нахватать писем счастья. Имейте это в виду. Что-то горло село у меня. С правой стороны, наверное, на расстоянии километра параллельно трассе идет река Чулым. Далее она пересекает трассу и уходит влево. Каких-то крупных населенных пунктов не наблюдается. Да, я говорю, вот если ехать через Ярославль, Киров, Пермь, будет быстрее, но судя по тому, что как уже была прошла информация, что дорогу в Перми и Кирове довели до ума. Ну вот участок, конечно, в Костромской области,
Вот. А так беспроблемно можно выбирать и двигаться вот по северному варианту. Оно и быстрее. Если сравнить, например, видео Москва-Томск, ну, примерно такое же расстояние, как до Кемерово, то там, по-моему, на 1,5 дня путь сократился. Могу немного ошибаться, но там было гораздо быстрее. Пятнадцатый канал не очень активный. Ну, это объясняется, наверное, ранним временем. Многие еще отдыхают. Я, например, выезжал со стоянки, видел там 4 или 5 фур ночевало. Ну, тут участок до Новосибирска достаточно безлюдный, пустынный. Первый мотель, который попадется вот на этом участке, по-моему, километров через 80, если не больше. И он будет с левой стороны по ходу движения. Место достаточно заболоченное по бокам дороги, по краю дороги, что слева, что справа. Как подсказывает память, по-моему, нету ничего больше вот до ранее объявленного мотеля. Погода пасмурная, полотно дороги сырое, мелкий дождик накрапывает. В прошлые годы была сильная колейность здесь, дорога была разбита, было очень много ДТП, особенно вот в холодное время, когда дорога ледяная. Ну а сейчас, я говорю, вот уже наладили систему видеонаблюдения. Очень много вдоль трассы камер. Ну, из них много этих пустышек, или как их еще назвать. Просто обманки стоят. Но не расслабляйтесь, не расслабляйтесь. Скоро завершится этот маршрут. Отдохнете. Немного покрутился по Новосибирску и вышел на северный объездной путь. Участок дороги примерно километров 40, может чуть поменьше, до въезда в Новосибирск в состоянии ремонта. Ну, то есть дорогу уже сделали, бетонное основание вроде бы положили
верхний слой асфальта, но автомобиль потряхивает. Забежал немножко вперед. Ну, просто тут комментировать нечего, видите, и обочина есть, и дорожная разметка четкая, ясная. Дорога сильно изменилась за последний год, наверное. Никаких населенных пунктов, насколько хватает карты, вдоль трассы не наблюдаю. С правой стороны железная дорога. Будем ее пересекать, наверное. Нет, пересекать не будем. Просто пройдем очень близко от нее. Лобовое стекло сильно пачкается от слякоти, которая на дороге. Ну, какая-то морось есть, поэтому дворник включен. Хуже, когда вот этой мороси нету. Весь день погода пасмурная, то моросит дождь, то прекращается. Ну, движение вполне комфортное. Вот, посмотрев это видео, можете убедиться, что отправляться в автопутешествие можно безбоязненно, без волнений. 99% полотно дороги хорошее и отличное. То есть поездка принесет вам удовольствие. Вы можете поверить на слово, что и гораздо дальше можно уехать. Вот состояние дорожного полотна примерно одинаковое везде вот такое стало. Это вот за последние 3 года. Не совсем удачно установил видеорегистратор. Больше, по-моему, повернут на правую сторону.
Далее по ходу движения мост через канал Айош. Населенных пунктов ни слева, ни справа пока не видно. Достаточно открытое место. Попадаются небольшие рощицы, но не более. Время на дисплее указано московское. Четыре часа разница с Москвой. Я говорю, интересно, пересекаешь границу Тюменской и Новосибирской областей и сразу Омской и Новосибирской, так, подожди, Тюменской и Омской областей, и время сразу меняется на 2 часа, хотя никаких изменений вот не замечаешь. Это на границе Тюменской и Омской области. Ну вот местные жители знают о том, что дорога не такая простая, как кажется, что за ней контроль. Фото и видео ведется, поэтому двигаются с учетом вот этой особенности. Стараюсь держаться подальше от впереди идущих. Чтоб стекло не загаживали. С правой стороны поселок Лесная Поляна, и также называется станция на железной дороге
лесная поляна с правой стороны. С правой стороны населенный пункт деревенька Белобородова. Ну и можно прочитать название улицы. Называется Новая. Ну вот, двигаясь на восток, не очень заметно, не очень слегка, что приближается осень. Отдельные деревья только так слегка желтеют. Но картина резко меняется, когда ехал на поезде в обратную сторону, подъезжая уже к Нижнему, потом к Владимиру. Видно было, как деревья за это время здорово сдали. Впереди камера. Ограничение 70. Это что-то, чем-то я недоволен. Ворчать начал. А, то, что вспомнил, то, что с грунтовой дороги заезжают на трассу и тащат за собой глину. Вот чем я был недоволен. Участок. Там, где глина очень скользкий, это всегда вызывает напряжение. Трактора, там какая-то другая сельскохозяйственная техника не моют колеса и тащат за собой 100, может быть, 200, может, даже больше метров эту грязную полосу. Грязная-то это еще не беда, а то, что она скользкая, особенно когда идут дожди, такая вот погода. Ведется работа по расширению дороги. Давно пора сделать четырехполосную, по две полосы в каждую сторону. Все-таки транспортное сообщение между Омском и Новосибирском достаточно высокое. Наверное, объясняется тем, что сейчас движение, плотность движения низкая, тем, что раннее утро и суббота.
Или воскресенье? Не, воскресенье, уже воскресенье. В конце недели по договору я должен передать автомобиль. Вот идет седьмой день, кажется, недели, воскресенье. Стараюсь уложиться в график. Хотя это всегда напрягает, когда вот ограничено время, едешь натянутый, не опоздать. Начинаешь нервничать. С правой стороны деревня Кочинева, пруд Камышинский и река Камышинка. И поселок или деревня, поселок, наверное, Светлый, такое название. Но по размерам Кочинева значительно больше, чем... Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Чем Светлый. Напомню, что железная дорога с правой стороны. Ну, до развилки северного объезда и въезда в город осталось совсем немного. Вот этот участок, про который я говорил, потряхивает, хоть дорогу и сделали, но я думаю, что потребуется еще один слой асфальта, наверное, более мягкий, но не знаю, это... Технология, нормы строительные, для меня это темный лес. Новосибирск, если двигаться на восток, лучше всего проходить по северному объездному пути. На северном объездном пути, если не изменяет память, достаточно мало светофоров. Они есть, но очень мало. Ну а в город по полной программе нахватаете светофоров. Ну, далее развилка. Развилка. Если принять влево, то на северный объездной путь обойти город по объездной. Если направо, ну, это значит ехать через город.
Я заеду в город. В город въезжаю по трассе, которая называется Омский тракт. На карте, по крайней мере, так написано. Начинаются пригороды Новосибирска. Прокудинская справа. Прокутская. Прокутская справа. Село Прокутское. Напомню, что дорога под плотным контролем видео и фото. Кажется, самолет будет пролетать над трассой, над дорогой. Кстати, на подъезде к Новосибирску наблюдал этих дельтапланетистов, что ли, которые или парапланы, которые парили в небе.
Вот местами видно, как протерлась верхний слой асфальта. Такая небольшая легкая колейность. Ну, нагрузка большая на полотно дорожное. Конечно, соблюдение скоростного режима вызывает раздражение у тех, кто двигается сзади. Но никто не запрещает обгонять. Имею в виду, если есть возможность для обгона, не нарушая правил, пожалуйста, обгоняй. Но сидят на хвосте и давят на нервы тем, что вот двигаются вплотную. Но меня этим не возьмешь, так что... С правой стороны железнодорожная станция Аэрофлот. Ну, товарищество Пчелка. Пчелка, Дружба, Юбилей. Такие названия. Дальше кольцевое движение, второй съезд, и мы в городе. Навигатор подсказывает. По-моему, одна из главных улиц Новосибирска – Станционная улица.
Ну вот с правой стороны по ходу Новосибирский ипподром. Кстати, в городе плотный контроль на перекрестках. Проезд на красный свет, пешеходы. Будьте предельно внимательны. Это радар стоит, кто-то стреляет. Поэтому, чтобы не попадать под обстрел радара, стараюсь занимать за кем-нибудь место. Ленинский район Новосибирска. Ну, я бы сказал, более промышленный район. Что-то опять заворчал. Как-то перегонял из Новосибирска в Москву автомобиль. Получил его, проехал, по-моему, километра два, и он заглох. Да. Был автомобиль в ужасном состоянии, конечно. И вот где-то в этом месте заезжал, останавливался, ночевал в автомобиле недалеко от Лукойловской заправки. В общем, хватанул тогда приключений. Автомобиль пришлось толкать, ну, недалеко, метров 50, на нейтральной скорости. Камера. Контроль проезда на красный свет.
Ограничение 10. Ну, пожалуйста. Контроль проезда на красный свет. На кольце разворот на улицу строителей, кажется. Извиняюсь, проспект, проезд энергетиков до моста через Обь. Ну и далее, соответственно. Мост через реку Обь. За Обью начинается железнодорожный район. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Ну а чуть дальше центральный. Вот, посмотрите немножко город. Проехал по городу. Помню, как-то по весне ехал с востока на запад и прозевал северный объезд. Ехал через город, пробки. Плевался. Потерял, наверное, ну, около часа, даже больше. Впереди плохая дорога. Ограничение 10. Справа и слева, примерно в трех кварталах метро. Метро с правой стороны площадь Ленина, с левой стороны площадь Гарина-Михайловского. Это так, просто к сведению. Говорит, впереди камера, контроль проезда на красный свет, ограничение 60.
Но не слышно, чтобы работал радар-детектор. Ну, не важно, главное предупредило, а там уже как хотите. Наблюдается колейность в городе. Думаю, что дорожники тут смухлевали, конечно. Back.
Ну, как обратили внимание, радар, детектор работает постоянно практически. Откуда вы излучение, что? Понять трудно. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Ну, возможно, вот на камеру реагирует. Вообще-то нужно было перестроить на Сити. Там есть три варианта. Ну, Сити, он более грубый, скажем так, настройка. Слабое излучение не улавливает. Но это нужно останавливаться. Сразу забыл поставить, поэтому остался на хайвее. Много метро. Проезжаем, значит, метро Гагаринская, впереди, сзади метро Красный проспект, сзади метро Сибирская станция, впереди Заельцевская. В городе приличная, хорошая разметка, четкая и ясная. Это не отнять. Да и полотно дороги стало значительно лучше. В городе не был года два, наверное. Ну, полтора это точно. Посмотрите на дома, на архитектуру. Это город Новосибирск. Сейчас двигаюсь по навигатору в смартфоне. Навигатор MapMe, программное обеспечение. Ну вот, покрутились немного по городу. Это ДТП, по-моему, там было. Поворачивал камеру, там было мелкое ДТП. Осторожно, дети, ограничение 40. Ну и направляюсь в сторону северной объездной дороги, северный объезд, так называемый.
Если в Новосибирск не планируете заезжать, то лучше всего это по северному объезду ехать. Много вдоль дороги СНТ пенсионер, СНТ любитель, СНТ рассвет, СНТ учитель, ДНТ аэрофлот. Ну и так далее.